Комбат, это пиздец, просто в хлам, хуям, нахуй, вообще туда. 6 дротов, блядь, в одну точку, хули, да пиздец. Ебать. Отойди чуток. Охуеть, вот это разъебало, нахуй. Ну, морепроход-то вообще пизда, нахуй, весь заваленный, блядь. Там как раз, нахуй, труба, хуя, нахуй, лафет, блядь. Миномет, да, завален. Вход завален. Да все здесь в хлам разъебашено. Ну хули, 6 сбросов ебать в одну точку хули. Ебать. Этот работает, Крон? А, да, да, была работа. Все, съебаемся. На палку. Это постой, еще сниму-то. Разъебали все, что похоже на блиндажи. Богдан, неси, потом брахай сюда. Принял. Все блиндажи в округе разбили. Даже все, что похоже на них. Бумага, ничего делать. Власу передать. Себя оставить. Бумаги передай Власу. Чтоб он отдал их ЗАГу. Все, принял. A car carrying a captain of the first rank of the Black Sea Fleet was blown up in the Crimean city of Sevastopol. Local telegram channels reported this. The incident occurred in the morning. It is believed that an improvised explosive device was activated in the car. The driver, a serviceman of the Russian army, died in the explosion, and the captain, 47-year-old Valery Tkachenko, who was in the car, was killed. According to reports, both of his legs were amputated. Valery Tkachenko is said to have previously been the chief of staff of the 41st Missile Ship and Boat Brigade of the Black Sea Fleet. Tkachenko was the person responsible for the missile strikes on Ukraine. Вас сюда прислал, вы пидорасы, а? Кто, сука, сюда вас прислал, ты? Нас командир. Какой командир, гандон, сука? Сейчас буду вам командир. Первый БА, 39-ка. 39, а сам родом скуда? Я с Хабаровска. Хабаровский, сука. Там мне похуй, срочник ты, сука. Я, блядь, вообще, нахуй, короб, Черкасской области. Быстрее, сука, гандон, взувайся, нахуй. Это я бесрался, нахуй, ебаный в рот, да? Положи гранату туда. Трусы ему. Не, вот туда. Фу, сука, ебани сыруны, нахуй. Нахуй вы сюда идете, чтобы потом, сука, обсираться вы, пидорасы ебучие, сука, а? Я вас все буду ебать, гандоны ебани. А вы чули, как мы вчера, нахуй, перестреляли ваших трех, нахуй, там, да? Вроде как. Вроде как, нахуй, или чу? Че ж ты, сука, не вышел вчера, не сдался, пидор? Ты русский? Меня Бурят. Сандерский Баир Евгеньевич. 3 ноября 1997 года. Так, получается, образовался в Москве, подписал контракт 15 октября. Угу.
И приехал что, Воронеж, и там где-то 4-2 дня, короче, обучение прошел, и курс приехал. Да, бля, с другом что-то пили, что-то решили хоть поехать, хоть пьяный подписал. В самолете пьяный прилетел в Москву, хуй. Похмелился, опять пошел туда, 80-я бригада, первая рота. Я сюда приехал, получается, где-то так, вот где там. 27-й, 20 какого-то там приехал. Mm-hmm. Сейчас нахожусь в плену украинцев. Нахожусь меньше месяца. Попал в плен. Нас тут обманывают, закидывают мясорубку. Не учат, ничего не делают. Дают пару магазинов, 4 магазина, и все, идите вперед. Footage has been released, showing the training of strategic bombers of the Russian Air Force over the Crimean Peninsula. As can be seen from the footage circulated on Telegram channels, two Su-22M3 aircraft took part in the exercises. Su-30 and Su-27 fighters accompanied them. It should be noted that two Su-22M3 bombers are carriers of 22/32 missiles and are regularly used to attack Ukraine. In addition, these planes have the capability to drop aerial bombs. At the same time, they carry Kinzhal aeroballistic missiles. Su-30 and Su-27 fighters are also air-to-air missile carriers and are used to strike Ukraine.